Ну чё, доктор Руки готов. Приступать к следующей миссии. Так, ладно. Окей. Доброе утро. Привет, доктор Стайлз. Здравствуйте, доктор Стайлз, я не знаю. Вы должны были быть здесь 15 минут назад. Мне она уже не нравится. Ваш пациент ждет только потому, что вы нарушили свое расписание. О, простите. О, господи, она жесткая. Так, садитесь, мистер Кокс. Ясно, понятно. Док, я... Во время сегодняшней операции мы будем удалять какой-то полип из вашей глотки. Как вы себя чувствуете? Есть ли какие-нибудь изменения в вашем состоянии? Если что-то не так, просто скажите. Я не знаю. А? Короче, у меня были какие-то концерты 7 лет, пока я работал время от времени. И я наконец-то заключил контракт с большим записывающим продюсером. И, короче, ну, мое горло меня подводит. Если что-то не так, я потеряю свою мечту навсегда. Не волнуйся, потеряешь. Просто подумай, кто тебя лечит. Азаза, блядь. Что может с этим сделать? Ну, полип. Гланды, что ли, воспалились или что-то типа того? Но мы сделаем то, что сможем. Просто расслабьтесь, окей? Вы попытаетесь? Я всегда делаю то, что могу. И я практиковался, чтобы быть в форме, но... Сейчас мне это действительно нужно. У меня контракт. Ну мы поняли, все. Не надо просто попытаться. Надо что-то сделать, видимо. Да камон, что ты, ёпта. Будь на позитиве. Все будет нормально. Декс, Нейт, тише. Как насчет потери жизни, да? Так. Я заплатил деньги, короче, за эту операцию. И я не подведу вас. Не похоже, что... Возврат денег будет, че, блядь? Какой возврат денег? О чем ты говоришь? Так, нужно смерить давление в вашей крови, доктор Кокс. Сюда, пожалуйста. Да, хорошо. Чего бы просто не сказать, что все будет в порядке? Господи, оно стрёмное. Чё? Ты читал вообще записи? Он вообще-то на нервах. Наша работа избегать, ну, таких вещей. Так, соблюдай манеры с пациентами. Все дела. Это, если себя блухо будешь вести, ну, в смысле, говорить всякую дичь, им будет плохо от этого. Не забывай об этом. Да, хорошо. И будь серьезным во время операции. Так, Кокс Эллиот. Эллиот Кокс. Ладно, хорошо. 185, 110 килограмм. Вот у этого чувака было 110 килограмм? 105 килограмм? Нихуя себе. Так, начнем брифинг. Пациент мистер Кокс начал чувствовать боль в горле несколько месяцев назад. Кашель с кровью? Проблемы с дыханием. Поскольку он рок-певец, это не очень хорошо. Ага, у него там бронхиальные какие-то связки, хуйня все. Так. Ага, я не буду эти гадости читать. Ну, я так, вкратце. Что происходит, а то может кто-нибудь там ест или что-нибудь в этом духе. Так. Стараемся сделать так, чтобы ему было полегче. Так, жизнь ничего не угрожает, но... Так. Такая ты, блядь, наивная. Так.
Так, восстановить. Есть вероятность того, что мы сможем вылечить его полностью. Ваше мнение, доктор Косл? Касл. Как-то вот я о чем и говорю, как это не угрожает. Так, звучит как хороший план. Вы готовы, доктор Стайлз? Так, эта операция, у нее три цели. Выкачать скопившуюся кровь, обнаружить проблемную зону и с помощью лазера удалить проблему. Лазером я уже пользовался. Вжик-вжик! Так, деликатная операция, пожалуйста, ну, это, там, будь аккуратен. Так, не повредите пациенту. Отличная работа, Энджи. Дерек, удачи. Окей, начнем операцию. Let's begin. Чуть мы на спине решили. Хорошо. Как-то странно, через спину начинаем, окей. Так, мембраны, трахеи, кровь скапливается. Так. Ага. Хорошо. Так. Что? Доктор Стайлз? Увеличение. Так, а вот и проблема. Отсос? Медсестра, отсос? Как в горячих головах, блядь. Медсестра, проверьте, у больного член больше, чем у меня или нет. Меньше. Хорошо. Так, выкачать кровь. Хорошо. Сейчас, подожди, где-то у меня там насос был, погоди. Вот это? Нет, вот это. Отлично. Так, кровяное давление. Так, у него тут какие-то точки. Лазером? Лазером, говоришь? А где лазер? Вжик-вжик. Так, чего? Надо отодвинуться. Стой, подожди, в смысле? Доктор Стайлз? Эвли, ты чего? Я не... Стой! Кровь течет, подожди, нет, стой! Я не повреждал ему артерию, молчи, сука! Я откачаю кровь. Все нормально будет. Да убери ты нахуй это! Выводи кровь, заебал. Так, стой, подожди. Стой! Лазер. Все, отлично. Да убери ты это, все. Да в смысле? Чего тебе? Все нормально, или нет? Да, сука! Убери эту кровь! Все, нормально, нормально. Юный хирург, доктор руки. Так, точки ударили. Так, что? Так, другая секция мембраны. Окей. Ага, и чего? Нарисуй круг на сенсоре. Зачем? Ага, окей. Не то. Так, а зачем? Сейчас, блядь, все им нахуй выкачу. Так, подожди. Нормас. Так, откачать кровь срочно. Все, отлично.
Хорошо. Лазером вжик-вжик. Давай-давай, тяни. Да в смысле? Стой. Куда пошел, блядь? Я тебя нахуй, я тебя не отпускал, подожди. Я тебя не отпускал. Да какого хуя ты, слышь? Да ты издеваешься, стой. Ага. Я тебя не отпускал. Стоять, блядь. Ты чё, посос? Ну-ка, стой, блядь. Жизни, блядь, ничего не угрожает. Погоди. Стабилизируйте пациента. Чё, бубу, блядь? Давай, нахуй, мне тут не бубукай. Стоять. Давай. Ну, образовывайся, блядь, заебало. Бля, я вижу, там еще появилось вон. Да в смысле время кончается? Как может время-то, блядь, кончиться? Это ты, блядь, сука. Не торопи меня, блядь. Так, чего? Зашивай срочно. А, в смысле? Какого? Слышь, блядь. Я бинт не успел только наложить. Алло, блядь. Бинт не успел наложить. Да ну я тебе и так говорю. Ничего не угрожает пациенту, блядь. Причем здесь время-то вообще? Слышь, завязывайте нахуй это. Погнали. Начнем. А как могло 4 минуты пройти? Я же быстро вроде все делал. ПТСП. Да мы поняли, да. Круг нарисовать. Окей. Да хуяйлс, блядь. Хорош пиздить. Да хорош пиздить, да я, блядь, сам разберусь. Не первый день делаю такие операции, ну. Отъебись. Отъебись, женщина, пожалуйста, блядь. Вот собака. Хорошо, дальше. Дальше. Не беси меня нахуй. Спасибо. Купит кто билетов в пачку, тот получит водокачку, блядь. Да что нет-то? Thank you.
Я напряжен очень сильно. Отстаньте. Я все, блядь, из тебя выкачусь, сука. Эх, не успел. Ну пришел на операция, боссман, отстань. Так, закрываем рану. Нихуя мы еще ничего не закрываем, подожди. Вот теперь закрываем. Отлично. Времени ему, блять, не хватило, сука. Отличная работа, доктор Стайлз. Ну и серьезно, нахер здесь время-то вообще? Так он не умер, в самом-то главное. Он не умер, время кончилось. Чувак-то жив остался. Доктор, руки. Пациент на столе умирает, а он не умирал. У него было 46, ну. Я мог бы его поддерживать в этом состоянии. Сколько угодно. Чё за хуйню ты пишешь? Перестань писать хуйню. Я не понимаю, что ты пишешь. Ну, мистер Кокс, операция почти завершена. Все, уже выздоровел, да? Ну, вы пока не пытайтесь говорить, ваша глотка должна немного отдохнуть. Не беспокойтесь, пару дней походите, голос вернется, будьте как новый. Так, а пару билетов на концерт не зацепите мне там? Да-да-да. Я такой. Сколько, блядь, здесь эпизодов? Я не понимаю, это все еще чаптер 1, эпизод 6 уже. Ебанулись. От скуки умер. Спасибо большое, доктор. Берегите себя. Ну, похоже. Это последний пациент на сегодня. Энджи, давай начнем. Что-то какую-то операцию. На, карик. А, хорошо. Спасибо, что 50 битсов. На карик, да. На карик. Я сегодня купил 2 карика. Причем один хороший. Прям ебать какой хороший. Все черепашки ниндзя, все ниндзя гайдены. Контра. Тинитуны. Ой, хороший картридж. Привет, Джин. Кого покажешь? Картридж? Пятьсот в одном. Все в одном. Сам в шоке. Я серьезно, нет. Я 200 игр сегодня отсмотрел. И, короче, два повтора было. Ну, то есть там одна и та же игра, но там персонаж по-другому выглядел. И все. Остальные 300 игр я как бы еще не посмотрел. Термомозаику я не могу показать, я ее отдал. Маман забрала. Ну, в смысле, я искал, тебе надо, она сказала, да, надо, давай. Так что, ну, не пропадет.
термомозаику, которая бисер. Так, давай к часу начнем преоперационную эту хреню. Так. Тебе не кажется, что ты мог бы обращаться с ним чуть получше? У него были признаки цианозиса, что означает, что это может быть астма. В этом случае он должен... Короче, что-то куда-то сходить, видимо, да? Да я не думаю, что это было так серьезно. Ну и то, ладно, да. Я заказал еще. Только не у этого человека. У другого. Посмотрел, ну, по размеру вот этих. Взял в два раза больше просто по размеру. Надеюсь, пойдет. 300 рублей мне не жалко на такое. Тем более, что вы все равно это будете смотреть, да? Кто-то же смотрит, как я делаю это. Да? Кто-то смотрит? Даже в записи, может. Не знаю. Так, ты должен действовать как настоящий доктор, мистер Стайлз. Ща, блять, ты что, охуел, что ли? Ты уволена, пошла нахуй. Так. Доктор Кэссел на конференции. Я проведу брифинг сегодня. Я думал, он будет проводить брифинг. А его тут нет. Конечно, смотрит. Ну, ты смотришь. Данич, он не смотрит. Данич. Мерзавец. Опять опухоли. Как люблю опухоли выдалять. Ты посмотри. Так, короче, если мы ее вытащим, пациент полностью восстановится. Но результат кровяного теста не очень... Ну, короче, необычный. Можно спросить доктора Казала насчет этого, когда он вернется. Короче, удалим, и все будет норм. Ну, вообще, да, но... Так, я уже удалял. Не опухоли... Не боись, все нормально. Это пару пустяков. Держа две операции в голове. Так, у нас было всего. Ну, мы уже наляли две всего. Ты не видишь, ты пропустил, как у нее лицо было такое. Можно ссылку? Зачем? Зачем? Что ты хочешь нам показать? Ну кинь, ладно, хорошо. Так, лечение. Окей. Эпителиум. Чего, блять? Пошел нахуй. Удалите опухоли. Хорошо. Готов, да, готов. Вроде как. Начнем операцию. Начнем. 5 минут на операцию. Вот, сука, опять. Отлично. Что это? Что-то у него там вообще какие-то мембраны кругом, блядь. Ты охуел, что ли, слышь? Так, что это такое? Как отличить? Продолжим операцию, Энджи. Симптомы необычны. Понятно. Так. Короче, она на практике-то заебись, а на деле она что-то это паникушная какая-то. Так, чё? Вроде как это так делается, да? Насколько я помню. Сейчас еще ультразвук придется делать и опять резать, блядь, его. Так, увеличение проходит отлично. Ну, я тебе говорил, что ты панику наводишь. Я ж доктор руки. Хули мне тут? Так, все зоны удалили, надо просверлить, наверное, да, его? Как, блядь, это убрать? Я вот что понять не могу. Может, это надо вот сюда... Ой, блядь, тихо. Как, сука, это делается? Я... А, надо просто крестиком вышить, окей.
Так, чё как отделалось? Вот сос. Удалить. Пассатижи. Удалить. Мембрана. Водичка. Рука. Я в курсе. Не боись. Сейчас залечим. Да с ракет еще поднимем его, нормально будет, блядь, жить, дядька. Так. Да какого хуя-то, алло? Во, разрезайся, нормально, все. Вот сос. Порезать. Все нормально, не ссы. Так, подожди, что надо было? Ударить? Окей. Стоять. Тихо, блядь. Бумажка. Водичка. Хорошо. Повози рукой. Блять, мы теряем пациента, заебал. Чё ты, блять, никак не уймешься-то, заебал. Синяя банка это... Антибиотики какие-то непонятные. Так, хорошо, где ты? Вот ты. Надо просто разрезать, что ли? Нихера себе. Хорошо. У него падает очень быстро. Температура, блядь. Тихо, чё там, рука? Я ж доктор руки, нормально всё. Ещё? Блядь, ещё одно. Хорошо. Откачка. Так, удалить. Положить тряпочку. Доктор Стайлз? Так, что такое? Так, лечение. Ага. Не помогает? Что, в смысле? Состояние стабилизировано. Надо проверить тест крови. Так, что ты предлагаешь? Ультразвук покажет. Окей. Бля, я еще пока буду искать, он у меня помрет нахуй. Я ничего не вижу. Я уверена. Чего? Все еще. Так, закончить. Зашить. Да в смысле промахнулся, блядь? Ты чего? Да как в смысле, блядь? Алло. Ты, блядь, меня нахуй не умирай тут, блядь. Ты чего? Зашили пацана, блядь. Сейчас выйдет, короче, что нихуя не зашили, да? Помрет. Мы закончили операцию. На безволосом мужчине. Синяя банка, это мана, да? Да Ц, ну... Доктор Руки! Боссман, я не буду открывать твои ссылки, я их боюсь, блядь. На картридже должно быть написано А500. А500 в 1. Твои ссылки противопоказаны мне. Фух. О. Нормально, жив. Молодец, Энджи, спасибо за помощь. Я бы хотел обменяться с тобой парой слов. Давайте мы ее уволим, она мне не нравится. Что-то не так? Пациент вообще... У него гемоглобин повышается. Чего такое?
тут с пациентом не так, короче. Мы должны переконсультироваться с другим доктором. Я согласен с тобой, но я боюсь, что это должно, может только завтра произойти. Типа, подождет до завтра. Короче, я должен встретиться с кем-то из врачей, из доктора Святого... из госпиталя Святого Фрэнсиса, чтобы разобраться во всем, но... они очень занятые люди, и я не могу их просто, ну, отмести, короче, что-то типа того. Мы сделаем это завтра, окей, я обещаю. Но... чё ты мне тут нокаешь, блядь? Старая медсестра была лучше, она была волчливее, но вот... но, блин, она была лучше. Она хоть это, гнобила как-то нормально, а это стоит над душой. А, ты не прав, а, ты мудак, а, ты делаешь всё не так, а, ты делаешь всё не так, а, ты делаешь всё не так. Ножом её, блядь, хуяк скальпелем, блядь, прям в ухо, нахуй, там прям упала. А? Нравится? Не так делаю, не так делаю. Пасу сейчас еще на тебя, блядь. Что-то приступ какой-то случился, извините. Так, жаль, что у меня завтра работа. Я могу поговорить с вами чуть побольше, ну... хотя бы... теперь я готов к этим вещам, которые будут на симпозиуме. Мой телефон. Доктор Стайлз, где вы? Пациент в критическом состоянии, возвращайтесь. Что? Такси! В госпиталь Святой Надежды. Ой, нет, просто Надежды. В сторону. Зачем нам это показывали? Энджи. Так, метастазы, что-то там, бла-бла-бла. 30 минут назад. Короче, что-то произошло. Очень нехорошее. Пациент в шоковом состоянии. Страдает от боли. Операция должна быть. Идите за мной, доктор Стайлз. Мы должны увидеть результат чего-то там. Какой-то процедуры. Хорошо. Один семь, а прикинь, тут, короче, 10-7, да? Вот будет потеха, мы, блядь, на неделю засядем. Так, я понимаю, ты... чего? У тебя недостаточно информации, чтобы делать такие выводы. Но я предлагаю... что опухоль было сложно увидеть... через, ну, рентген. Но лаборатория оставила несколько записей о пациенте. Они указывают на какое-то большое число этих опухолей, видимо. Да-да-да, босс с тремя формами, по-любому. Короче, кроме того... что-то перекладывают обязанности на медсестру. Это очень деликатная операция. Я не... я... мистер Томбарс... мистер Тормоз, где вы, блядь? Пожалуйста, простите, что прерываю меня, доктор Хоффман. Я понимаю, это... немного грубо, но я должна кое-что сказать. Что это? Ну, это о... не... не глидент... блять, вы чё нахуй? Я при... чего, слышь? Слышь, ты крыса, блять. Она на меня, короче, докладывает. Ты посмотри, она предупреждала меня о пациенте 3 раза. Но он сказал, что это... чего? Короче, у него кто-то там важный, с кем нужно что-то встретиться. Он просто ушел без других слов. Мистер Стайлз, может быть, навредил пациенту таким образом, но
Как я могу работать с доктором, который не ведет себя как доктор? Я тебе говорю, давай порнем ее скальпелем, блять. По-моему, так будет лучше. Для нас всех. Феанор. Феанор, пожалуйста. Феанор. Неважно, маленькое там подозрение или большое, нужно типа проверять. It doesn't matter! Ладно, я сам. А, типа, жизнь пациента зависит от таких вещей. А почему вы стали доктором? Вы знаете хотя бы? Я это... Да вы не заслужили быть здесь. Вы не настоящий доктор. Я передумал. Давайте, короче, сначала вскроем ей лицо, а потом зашьем его. Нет, вернее, даже не так. Я придумал. Возьмем отсос. Воткнем его в глаз. Выкачаем все оттуда. Потом возьмем скальпель. Немножечко сбоку так, тихонечко так. Приоткроем ее. Посмотрим, есть ли там мозги. Ну, если они там есть, действительно, мы так и оставим, как бы. Окей. Если мозгов нет, мы туда пару опухолей подкинем. И просто бинт сверху. Нормально, нормально. А потом зашить рот. Предварительно анестетиком. То есть анестетиком ей лицо прям, блядь, намазать. И, блядь, зашить. Все, нормально. И ушел в другой госпиталь, все, блядь. Я облажался, я игнорировал пациента. Я делал то, что мог. Я не думал, что это так серьезно. Пациент практически умер, и это все моя вина. И теперь все будут говорить, что доктор Стайлс плохой доктор. О чем я думал? Я не доктор. Если я буду продолжать делать ошибки, точно нет. Похоже, дождь. Надо поспешите вы двое. Дождь. Может, это поможет мне успокоиться. О, бля, я всегда так успокаиваюсь. Да. Простите. Может, мне полегчает. Пирог был хороший, походу. Сэр, вы промокнете. Вы пришли из госпиталя? Чё? Вам надо вернуться скоро. Там меня... Чё? Да они не хотят, чтобы я был там. Я... беспомощный доктор все равно. Эй, это я. Я никогда в это не поверю. Чё? Тут, короче, какой-то инцидент произошел с грузовиком. Это было безумие. Водитель вылетел на улицу. Инцидент. Этим скорая обычно занимается, но доктор Кэссел не в городе. Это значит, что время для доктора. Ты заебал. Прям на улице. Жизнь или смерть. Я отправился сюда. Где пациент? Произошел инцидент. Сколько жертв, Энджи? Доктор Стайлс. Пациент, он страдает. Какой-то там... А чё ты плачешь? Все что ли, блядь? Короче, с сердцем что-то и... Другие сестры заняты, доктор Кассел нет. Хорошо, я не могу. Что мне делать? То есть вот так вот, да? Ты сначала на меня накрысил, а теперь, короче... Ну, я говорил об этом, что она вроде как знать все знает, а, блядь, делать нихуя не может. Пациент умрет. Я не могу, я не могу. Успокойся.
Приведите меня в операционную. А хорошо. Сука, крыса ебаная. Бесит. Ситуация. После инцидента скорая помощь привезла его сюда. Его сердце все еще бьется. Пытаемся воскресить его. Но, Энджи. Что я? Что делать? Мне нужна помощь. Энджи. Еби! Прям вот так вот нахуй ладонью прямой, знаешь, не кулаком, а прям, чтоб она упала прям перед тобой. Доктор Стэнс, блядь. Единственный человек, который нуждается в помощи, это пациент. А мы единственные, кто можем ему помочь. Только мы. Только мы спасем его. С ноги, не-не-не-не-не, с руки именно, с ноги это слишком сильно. Будет вот рукой ладонью. Ты же не можешь сожми вот так вот ногу, да, вот так вот еби кому-нибудь. Примерно там насильно. Ой, подожди, пациента зовут Флин Амар. Трагедия, трагедия. Я не могу сделать это без тебя, Энджи. Я хочу, чтобы ты спасла ему жизнь. Расценивай это как обычную процедуру. Успокойся и думай здраво. Сначала нужно проверить пульс. Должен нащупать его пульс. Ясно. Начнем операцию. Есть курить. У него ноль? Нихуя себе привет. Мы должны сделать что-нибудь. Мы должны восстановить его пульс. Чего? Антибиотики в эту зону? Окей. Надо попасть в точку. Чего? Или вот это надо? Хуяси. Привет, Джеди. Пульс появился, мы сделали это. Так, жизненные показатели 30. Ну, это еще не закончено. Вот это уже больше похоже на Энджи, которую я знаю. Доктор Стайлз, мы спасем его? Хуй ты меня спрашиваешь, дура что ли, блядь? Понятно. Ой, блядь, все, начали уже операцию, подожди. Стой, подруга. Вкачай, больше 30-ки не поднимается? Окей, ясно, понятно. Давай удалим сначала стекла. Да, блядь, тихо. Не ссы. Мелкие. Тихо. Доведи его до нормального состояния. Окей. Окей. Зашивай. А чё не так-то? Не так. Стой. Окей. Хорошо. Банка. Да какого хуя? О, отлично. Хорошо. Так, внешние раны были залечены, хорошо. Кровотечение остановилось, но жизненные показатели все еще падают. Он страдает от боли в груди. Что надо делать? Так.
Во-первых, надо еще раз ему вколоть. Во-вторых, смочить. Разрезать. У нас 3 минуты остаются. Так, осколки. Печень, блядь, навтыкалась. Еб твою мать. Так, давай не будем пиздить, давай будем делать. Так, извлечь осколки. Стой. Давай по одному будем делать. Хорошо, тихо, не ссы. Устанавливай. Будь наготове. Ассистент Джеди, передайте мне бицеп. Я шучу. Вот это поворот. Блять, он кровоточит, сука, тихо. Спокойно. Так, все окей. Спасибо за бицы. Сука. Изибайт какой-то, блядь. Я больше так не буду делать, ладно? Это слишком с моей стороны было нагло. Я извиняюсь. Так, пациент вроде бы выжил. Вау, чего, блядь? Стой, что? Подожди, стой, кто? Прямой массаж сердца это был. Так, пульс у нас. Или не сердце, я хуй знает. Что случилось? Что? Так, перикардия? Это что такое, блядь? Какое фаталити в пизду тебе, дурак, что ли? Фаталити ему еще нахуй. Так, извлечь. Хуя себе кусочек, блядь. Зашить, срочно. Хорошо. Да, блядь, погоди ты нахуй. Что происходит? Нихуя себе. Это что такое, блядь, было? Что, блядь? Чего? Сконцентрируйся. Чего, блядь? Чего? Какого хрена? Стой! Я не смей, блядь, уходить от меня. Да какого черта-то, блядь? Я понимаю, что зашить надо, да, окей. Ситур. Тихо стоять. Подожди. Сатур, это что такое? По-быстрому мне, ребят. Что такое сутурия? Что это? Что это за слово? Я просто сейчас... Жизнь пациента зависит от того, как это слово переводится. Я вот это помню в игре на Wii. Я вот это видел. То, что тут, короче, можно время останавливать. Типа, рисуешь звезду на экране, и время останавливается. Шов надо сделать. Так я ж делаю. Хорош. Что? Он затянул, завязал этого за секунду, окей. Так, надо зашивать пацана. Зашил пацана по ебалу, на.
Чего, блядь? Ты чё, угораешь? Да чё не так-то, блядь, алё? В смысле? Да чё не так? Да что? Закрываем его. Так я закрываю, алё. Да что? Ты издеваешься? Да ты, блядь, угораешь? Дамажит чувака бинтом, блядь. Когда осталось, блядь, 10 секунд, сука, до конца операции. Блядь, закрой его нахуй. Ты чё, дурак, блядь? Ты, блядь, издеваешься надо мной? Да ну это пиздец какой-то. Что это за бред, блядь? Что это за бред-то, блядь? Алло. Чушь какая-то, блядь. Да ну это бред. Осталось его закрыть, она сказала. Все. Ты еще раз, блядь, что ли, зеленкой? Так я намазал, блядь, его зеленкой. Его сначала надо зеленкой намазать, потом... Бред какой-то, блядь. Хорошо, хорошо, мы поняли, да. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Начнем операцию. Спасибо, до свидания. Следующая игра. Да все нормально, не ссы. Ты угораешь? Что значит плохо, блядь? Это вообще было хорошо, блядь. Все, поехали. Вытащили. Продезинфицировали. Вытащили. Продезинфицировали. Вытащили. Продезинфицировали. Продезинфицировали. Продезинфицировали все, блядь. Ты, блядь, не ори на меня, женщина. Заряжай шприц. Нормально все будет. Зашивай. Ну, нормально такой узорчик получился, ничего. Хорошо, прекрасно. Хорошо. Хорош пиздить. Данич, передай мне ватку. Заебал, Данич. Так, блять, 11. Вот так вот, 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 вот так вот. Не ссы. Да, блять, нажимаю, алло. Да они же тряпку, блять, передай, заебал. Да ничего, не томи. Пациент умирает. Данич, блядь, что ты тянешь-то, ну? Ты угораешь надо мной, блядь, игра. Так, пульс есть. Окей. Марина, живи, Марина, живи. Марина больше не хочет жить. Марина, все. Хуя себе кусок, блядь. Отлично. Жух! Давай, жух. Опа.
издеваешься надо мной? Ну я же зашиваю, блять, алло. Да ну в смысле нет-то, бляха. А теперь, блять, хорошо, да? Ну заебись еще. Что? Сделал это за секунду, и да, я молодец, да. Хорошо. Вот, продезинфицировать. Бинт. И опять не то, блядь. Что не так-то? Что не так делаю? Что не так делаю, серьезно? Не то. Вкалывать бессмысленно что-либо. Я что-то упускаю? Лазер? Зачем мне лазер? Отсасывать нечего. Рукой погладь, блять, ага. Я что-то не понимаю. Чё ты хочешь, чтобы я сделал-то? Ну я ж вот, блядь, делаю, ну. Да какой в пизду поперек, блядь? Ты чё? Аллергии на бинты по-любому. Чё я не так делаю? Мы закончили, закрывай его. Просто после обычной, обычно после этого нужно, блядь, бинт нанести. Я не понимаю, чё не так. Игра тупит, что ли, или что? Что не так-то? Бутылкой. Да, сделал. Давай еще раз сделаю. Нет. Че не так-то? Еще шов. Хуйня какая-то. Да ну это бред. Мы уже его закрыли. Ты, блядь, издеваешься надо мной, игра, алло? Ты, блядь, не тупи, пожалуйста. Может, пациент охуел, а вот это уже, блядь, близко к истине. Я уже всем попробовал. Серьезно. Это мы нанесли. Да, блядь, ты еще там не пизди. Время у нас, блядь, заканчивается. Спасибо, доктор Стайлз. Ты, блядь, серьезно, игра? Доктор Руки. Я, блядь, в растерянности, серьезно. Я сделал то же самое, что я делал до этого. Я пропустил, объясните. Я бинт наложил. Просто это эмулятор. Просто эмулятор, я хуй знает. Фианор был ближе всех, мне кажется, к истине. Пациент просто охуел. Не так. Нет. Чуть-чуть правее. Нет. Нет. Слишком сильно. А когда я сделал прям вот, блядь, от точки до точки, он мне просто такой, знаешь, это... Ну, плохо, ну ладно. Такой... Все потому, что пациент Амар. Все просто. Его так звали, Амар. Да. Абсолютно. Ты
Тут без разницы до этого было. Далеко, близко. Просто в точку в нужную наводишь и все. Причем я несколько раз сделал и далеко, и близко, и хер знает, ничего не работало. Да-да-да, сантиметр был критичный. Бред полный. Вот, по-моему, вот следующая миссия, я ее на Ви не проходил, что ли, что-то. Или я забил на игру. Сейчас я, мне кажется, тоже забью на эту игру. Спасибо, кстати, Джеди, за один битс, да. Миссия сложная, а.к.а. невыполнимая, да? Так, я никогда себя так не вел. А, я теперь начинаю понимать. Его состояние стабилизировалось, присматривайте за ним. Хорошо, доктор. Нам нужно связаться с другим с другими докторами, и... Я уже... Сделал это что-то. Короче, доктора, которые сейчас не на службе, они сейчас придут. Я еще позвонил доктору Каслу. Хорошая работа, спасибо. Я думаю, ты должен отдыхать. Это была долгая операция. Хорошо, что она меня поблагодарила сейчас. Похвалила меня. А то я уже был готов отсос второго глаза сделать ей. Хорошо, я буду отдыхать. Энджи. Да. А все, что ты сказал утром, правда. Но я собираюсь оставаться доктором. Я буду стараться сильнее и стану лучшим хирургом. И ты будешь мной гордиться. Ты что, блядь, еще перед ней унижаешься, что ли? Ты серьезно, блядь? Ну, в этом случае... Не приходи... Че? Поздно на работу. И... Че? И не пренебрегай... бумажной работой? Что, блядь? Я сделаю, что смогу. И еще кое-что. А? Прическу свою почини, когда приходишь в госпиталь. Fix your hair! Как тебе такое? Fix your hair! А? Please fix your hair! My hair is beautiful, bitch. Короче, иногда очень неудобно работать рядом с тобой. Господи, ты серьезно? Сиськи себе почини, да. Я буду более осторожен. Так, я пойду вздремну. Разбуди меня, если что-то случится. Хорошо. Отдыхай. Доктор Стайлс. Доктор Стайлс, такой он. Какая же она крыса. Чаптер 2. Ебаный рот. Чаптер 2 только. 7 эпизодов было в чаптер 1. Жесть. Так, я сейчас вернусь. Надо перерыв сделать. Операция была серьезная. Я нервничал очень много. Данич тоже нервничал. Джиди так вообще бицами кидался. Сидел сбоку. Просто доктор, доктор! Хуяк такой, знаешь, в лицо мне. И я такой, ааа, влага. Надо сейчас отдышаться, сейчас я... Я вернусь.